Всем привет, с вами Яна, и мы на канале «Эконом с нами». Сегодня предлагаю вам посетить магазин «Фикс Прайс», который находится в северо-западном районе города Чебоксары на Северной ярмарке по адресу Московский проспект, 40Б. Посмотрим, какие новинки нам сегодня здесь предлагают. Устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. А для тех, кто недавно присоединился к нашим зрителям и подписчикам, я хочу рассказать, что на нашем канале ежедневно выходят обзоры товаров и цен из магазинов «Светофор», «Маяк», «Победа», «Фикс Прайс», «Галамарт», «Посудоцентр» и «Магнит Косметик». Поэтому, если вы хотите быть всегда в курсе наших новостей, подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей и знакомых. За 99 рублей кружечка, объем 400 мл, изготовлена в Китае из керамики. Внутри белая глянцевая поверхность, снаружи глянцевая черная поверхность. И надпись только с одной стороны, вот такая красивая, яркая надпись на черном фоне. Я нашла два варианта, только вот такой и вот такой. Цена 99 рублей. Вот такой шикарный бокал. Изготовлен из натрия кальция силикатного стекла. Компания «Паша Бахче», Нижегородская область, производитель. Объем 440 мл, большой объем. И разноцветные ножки. Есть зеленый цвет. И еще в этом магазине я нашла оранжевый цвет. Вот в этом магазине, видимо, уже остаточки. Только в других магазинах, наверное, побольше ассортимент. Красивые бокалы такие, 77 рублей. Вот такие красивые бокальчики. Они на ножке. Изготовлены из полистирола в Китае. Такая интересная, необычная форма. Аристократическая, я бы сказала. И есть эти, они пластиковые. Есть три цвета я нашла. Есть такой сиреневый цвет. Есть оранжевый цвет и зеленый цвет. Цвета очень яркие, красивые. Объем 200 мл. Цена 50 рублей. От компании «Паша Бахче». Вот такие стаканчики из натрия кальция силикатного стекла, объем 285 мл. Есть три дизайна. Есть вот такой вариант. Есть вот такой вариант. И еще один вариант. Вот такой. Новые тарелки из фарфора, изготовлены в Китае. Такой у них интересный цвет, такой серенький. Вот такая неглубокая, 18,5 сантиметров в диаметре, стоит 77 рублей десертная тарелочка. И вот такая тарелочка глубокая, 17,5 сантиметров в диаметре, 77 рублей. Из этой же серии есть вот такие тарелочки глубокие, 17,5 сантиметров в диаметре, 77 рублей. Тоже изготовлены из фарфора, дизайн бабочка. Такая же есть десертная тарелочка за 77 рублей. Есть еще вот такой вариант. И большая подстановочная тарелочка, обеденная, называется, 24 сантиметра в диаметре. Она стоит 99 рублей. Тоже есть в трех дизайнах. Вот такой вариант. Вот такой вариант, тоже большая тарелочка есть. И вот такой вариант. Все вот эти три дизайна есть. Обеденная тарелка, десертная и глубокая тарелочка. Пластиковая кружка, изготовлена в Московской области из полипропилена. 300 мл. Рифленая поверхность. Есть три цвета. Есть салатовый, есть желтый и есть молочный цвет. Цена 27 рублей 50 копеек. Появились новые силиконовые подставки под горячее. Производство Китай. Изготовленные из силикона. Они уже были в продаже. Вот подвезли снова. Это два в одном. С этой стороны подставка под горячее. С этой стороны щетка. И можно мыть посуду, может быть, овощи. Вот такой гаджет. Два в одном. 77 рублей. Диаметр 19 сантиметров. Есть несколько цветов. Есть такой зеленый цвет насыщенный. Есть бежевый цвет. Есть коричневый цвет венге. И такой красный, даже коралловый, наверное, ближе. Такие цвета. Поступили в продажу новые ланчбоксы. Они изготовлены в Московской области из полипропилена. Они пластиковые. Три цвета. Зеленый, коралловый и голубой. Вот так они открываются. Наверное, я думаю, для бутербродов подойдут. Мне кажется, они небольшие. Вот прям вот для какого-то бутерброда, сэндвича будет очень удобно взять перекус себе на работу. Цена 55 рублей. Поступил в продажу новый гаджет для кухни от китайского производителя. Это щетка с металлической губкой, изготовлена из полипропилена самой,
вот эта щетка и ручка. И здесь металлическая губка насаживается. Я так понимаю, ее можно снять, поменять, помыть. Цена 50 рублей. Набор губок для посуды. В наборе 6 штучек разного цвета. Внутри поролон. И сверху такой капроновая сеточка, мочалка. 55 рублей. Небольшой диаметр, очень удобно будет мыть посуду. А за 149 рублей набор лотков для кухни. 31,31 сантиметра. Здесь 4 лотка в наборе. Их можно составить по своему усмотрению. Менять местами и составить их по своему усмотрению. Они скрепляются здесь за бока, как защелки. Всегда в продаже были вот эти контейнеры большого объема, и появился набор с маленьким объемом. Здесь 3 контейнера, цена 77 рублей. Объемы самый маленький 0,3 литра, 0,55 литров и 1,1 литра. Сами контейнеры прозрачные и цветные крышки. За 199 рублей от китайского производителя появились полочки для обуви. Они 4-ярусные. Изготовлены из нержавеющей стали и полипропилен. Вот эти пластиковые крепления. Вот так они выглядят, эти полочки. Размер 46 на 25 на 56 сантиметров. Есть сиреневый цвет и есть зеленый цвет. Цена 199 рублей. Появились в продаже новые коврики для ванны от китайского производителя. Изготовлены они из полиэстера. Вот так вот выглядят, как картинка. С обратной стороны противоскользящее покрытие. А есть вот такой вариант, море здесь нарисовано. Что еще здесь есть? Есть какая-то травка. Есть вот такая травка. Есть синий цвет. Есть такой серо-коричневый цвет. Вот эти варианты, они квадратные, 70 на 45 сантиметров размер, цена 199 рублей. И за такую же цену есть овальные коврики. Но они не овальные, они тоже такой прямоугольной формы, но с закругленными краями. Цена 199 рублей, размер 65 на 45 сантиметров. Тоже 100% полиэстер. С обратной стороны противоскользящее покрытие. Есть тоже вот море. И есть вот такой вариант. Есть вот такой вариант, разные рисунки. Есть вот такой вариант. Есть какая-то травка. Разные варианты. Кстати, вот эти коврики, они более мягкие на ощупь. А эти более твердые и тонкие. За 249 рублей от китайского производителя вот такой декоративный поднос. Небольшого размера, изготовлен из стали. И дно из стекла. Вот здесь реальное зеркало. Цена 249 рублей. Вот так можно применять для декорации помещений. Есть в серебре и есть в золоте такие подносы. И вот так выглядит поднос в золоте. Он, конечно, побогаче смотрится. Неплохая задумка. Появились новые цветочные горшочки. Они небольшого объема. Объем, к сожалению, не указан. Изготовлены они в Китае из доломита. Смотрите, какая красивая поверхность, они глянцевые. Есть отверстие для слива воды. 99 рублей. И я нашла в этом магазине 4 цвета. Синий, коралловый, белый и вот такой, такая олива. Совсем-совсем яркая. Не яркая, а тусклая такая олива. Или молочный, что-то средний молочный цвет с оливковым. И за 249 рублей вот такие цветочные горшочки. Изготовлены также из доломита в виде тюльпанчика. Объем побольше, есть белый цвет, есть зеленый цвет, и еще есть желтый цвет и коралловый цвет. Такая красота. 249 рублей, правда? Ну, красиво. Появились в продаже новые декоративные фигурки, изготовлены они в Китае из полирезина. Есть несколько вариантов и фигурок, то есть несколько животных и несколько цветов. Вот есть такой мишка в сиреневом цвете. Также он есть еще и в белом цвете, этот мишка. Есть слоник, такой серый слон. И есть лисички. Есть рыжая лисичка, вот такая красивая. И есть белая лисичка с золотыми ушками. Вот такая красота, стоит 99 рублей. Вот такие интересные кашпо для цветов появились со вставкой. Изготовлены они из пластика в Беларуси.
цилиндрическая форма высокая, а сам горшочек, он здесь небольшой, не глубокий. То есть вот такой интересный будет высокий горшок, но при этом он не глубокий. 199 рублей есть серый цвет, есть молочный цвет и темно-серый цвет. Интересно. Мне кажется, даже применить в домашнем интерьере будет очень необычно и экстравагантно, я бы сказала. Почему-то ранее я обошла своим вниманием вот эти леечки. Видимо, не заметила. Они произведены в России. Объем 2 литра. Вот такой интересной формы. Я думаю, что удобно будет поливать за счет этого носика. 2 литра, 149 рублей. Есть несколько цветов. Есть вот такой бирюзовый цвет. Есть светло-серый цвет. Цвет фуксии. И салатовый цвет. За 199 рублей китайского производителя шланг поливочный. 2,5 метра. Он удлиняется до 7,5 метров. Есть зеленый цвет и есть синий цвет. За 99 рублей того же китайского производителя термометр Садов, изготовлен в виде божьей коровки, крепится на стекло, есть 4 присоски. За 77 рублей крючки для садовых инструментов в наборе 5 штучек. Цена 77 рублей, изготовлены из стали. Секатор я уже показывала, но напомню, 199 рублей. Секатор садовый. Металлические они, прочные. Ручки даже металлические. Есть запасная пружинка. Есть разные цвета ручек. За 55 рублей клипсы садовые декоративные. Выглядит как заколки детские для волос. Орхидею, например, можно вот так вот укрепить. То есть не только садовый, но и для домашних цветов подойдет. За 55 рублей ткань для мульчирования. Выглядит как нетканый материал. Размер 1,5 на 1,5 метра. Укрывной материал за 77 рублей. 6 на 1,5 метра. Выглядит. Ранее показывала перчатки. Большой ассортимент. И, как всегда, огромный выбор всяких удобрений. Повторяться не буду. Приходите, смотрите. Очень-очень большой выбор. Появилась алюминиевая посуда от Демидовского завода. Российское производство. Может быть, будет интересно кому-то. Охотники, рыбаки. Может быть, в походы. Может быть, на дачу кому-то интересно. Вот такая миска. 1 литр объем. 99 рублей. Демидовский завод. Диаметр 20 сантиметров. Такого же алюминия кружка на пол-литра за 99 рублей. За 77 рублей китайского производителя набор расчесок. В наборе 3 расчески, изготовленные из полипропилена. Друзья, если кому-то интересно, в преддверии отпусков до сих пор в продаже есть различные косметические контейнеры, которые пригодятся вам в дороге, в отпуске. Прям большой набор, и в принципе во всех магазинах они еще присутствуют. Также по-прежнему в продаже огромный выбор косметических контейнеров. Обзором покажу, напомню цены и напомню ассортимент. Кстати, вот такой контейнер для ватных палочек мы купили. Не очень понравился. Очень мало места здесь и неудобно доставать ватные палочки. За 55 рублей китайского производителя клейкая лента с картинками. Длина 3 метра, ширина 5 миллиметров. Смотрите, изготовлена в виде ракеты, очень красиво. Сейчас покажу, что такое клейкая лента с картинками. Картинки нарисованы для деток, наверное, будет очень интересно. 55 рублей. За 77 рублей набор цветных гелевых ручек с эффектом металлик. В наборе 6 штучек. Есть вот такой набор гелевых ручек с ультраблеском. В наборе 6 штук за 99 рублей. Вот такой набор кистей для рисования. 8 штук за 77 рублей. За 55 рублей набор ластики-точилка. В наборе 2 штучки. Это одновременно и точилка, и ластик. 55 рублей. За 99 рублей вот такой красивейший набор фломастеров. Магия цвета называется. 14 цветных и 2 белых фломастера в наборе. Посмотрите, какие яркие цвета. По-прежнему есть в продаже набор простых карандашей с резиновой насадкой. 8 штук за 55 рублей. Офисная бумага Светокод Классик. 500 листов за 249 рублей. Видимо, выгодная цена, желтый ценник.
Вот такая интересная новинка появилась. За 149 рублей всего лишь. Это набор. Здесь две игры. Есть классические шашки. Это поле игровое. И шашки здесь. И еще есть короткие нарды. За 199 рублей силиконовый коврик для стола. Он двухсторонний, с покрытием soft touch, то есть такое силиконизированное сейчас модное покрытие. Размер 50 на 35 сантиметров. Защищает от загрязнений. Имеет антискользящее покрытие. Прочный и гибкий. Сейчас попробую изобразить. Ой, какой он тоненький, прям тоненький-тоненький. Есть разные цвета. Есть сиреневый цвет, есть бежевый цвет, есть голубой цвет и зеленый такой яркий цвет. Очень хороший коврик. За 249 рублей вот такой топ женский. Здесь поролончики. Спортивный топ. Изготовлен он в Китае. Состав 96% полиамид, 4% эластан. Здесь резиночка. Так он выглядит с обратной стороны. В принципе, обычный спортивный топ. А поролончики, кстати, можно извлечь. Есть несколько цветов. Есть такой сиреневый. Есть розовый. Есть салатовый. Есть черный. И есть голубой. Размеры есть от 42 до 48 эти топы. За 249 рублей из Киргизии женская футболочка. 100% хлопок, они коротенькие, очень тонкие хлопок, ткань очень тоненькая, но не летняя. Размеры от 42 до 48 я нашла. Вот такой дизайн, рисуночек здесь. И есть несколько цветов. Я нашла салатовый цвет, есть белый цвет, есть желтый цвет, розовый очень нежный, коралловый нежный и серый цвет. Такие футболочки 249 рублей. За 199 рублей майка женская тоже от того же производителя Киргизия. 100% хлопок. Вот здесь она под грудью отрезная. Здесь кружавчики есть. Так, 95% хлопок и 5% лайкра. Белый цвет есть и молочный цвет. За 199 рублей термобелье детское. Тоже производитель Узбекистан. 100% хлопок, здесь баечка такая внутри приятная к телу. Размеры 38-40 есть, вот такой есть розовый цвет, есть еще серый цвет, есть голубой цвет. Еще нашла размеры 26-28, 34-36. 30-32, примерно такие размеры. От этого же производителя вот такие шикарные, красивейшие детские маечки. Размеры я нашла с 26 по 36. 100% хлопок, рисуночек. И есть розовый цвет, и есть салатовый цвет. Отличное качество. За 55 рублей есть вот такие маечки детские, такие же примерно размеры. Только вот эти расцветка вот такая и вот такая. То есть, если вот эти 77 рублей, то вот эти уже 55 рублей. Да, огромный выбор нижнего белья. Уже показывала, напомню, вот такие трусы мужские боксеры 99 рублей, очень красивые. Есть белый цвет, темно-синий цвет. Вот такие трусы мужские. Они 149 рублей. Да, уже не дешево. Разные есть расцветки. Женские трусики есть за 99 рублей. Есть за 77 рублей. Качество все отличное. 100% хлопок. Есть как спортивные, так и женские. Есть детское нижнее белье за 55 рублей. Вот такие трусики детские. Разные. Размеры, разные расцветки. 96% хлопок, 4% эластан. Киргизия тоже производитель. 55 рублей. Ой, какая красота, посмотрите. Какая красотулька. Деткам как будет интересно. Вот какая красота. Вот еще какие красивенькие есть. 199 рублей. Вот такие брючки детские. Это я показываю 104 размер. Тоже Киргизия производитель. 100% хлопок. Так вот они пошиты. Внизу манжетики. Здесь еще есть аппликация.
199 рублей. Есть такой бирюзовый цвет, есть такой салатовый яркий цвет. Вот этот размер уже побольше. Тоже 104, кстати. Есть вот такие сиреневые. Посмотрим сейчас размер. Тоже 104. Получается только 104 размер, только разные цвета. Различные детские носочки. В основном производство Китая. Вот за 55 рублей есть разные цвета. 99 рублей. Тоже 99 рублей. Такие хорошенькие. Такие 99 рублей. Есть за 55 рублей белые. Может, кому-то будет интересно на праздники. 99. Такие красивые 99. Вот эти шерстяные. Прям 77. Хорошенькие, маленькие размеры. 99. Разные размеры здесь есть. Побольше, поменьше. Такие 99. Вот такие хорошенькие. Но здесь цену я не нашла. Размеры разные. От 3 до 5. От 5 до 7 лет. На этом выпуск, посвященный новинкам из магазина Fix Price, я заканчиваю. Если понравилось видео, ставим лайки, приглашаем друзей и знакомых и подписываемся на наш YouTube-канал «Эконом с нами». Для того, чтобы подписаться на наш канал, нужно нажать на круглый логотип в правом нижнем углу. После этого выйдет красная кнопка «Подписаться», нажимаете на нее, и с этих пор вы всегда будете в курсе наших новостей. А я благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока!